Я с маленьким братиком пошла погулять, там речечка недалеко. А мать поставила молоко кипятить, я не знаю, что. Мы приходим домой с ним. В печке молоко это бежит, никого нету в квартире, нигде ничего. И мне сказали там, которые жили украинцы, что вот твою мать забрали полицаи. Пришли полицаи и забрали мать. А отец же был отдельно где-то что-то там делал. Ну, а я уже почувствовала, что это все. Вот я как понимала это, что вот это повели расстреливать мать. Я уже чувствовала это все. Я его взяла за руку и пошла туда. Не Куда? прятаться, а туда, где забрали мать. А где это? Куда это? А забрали. Немножко выше улицы, она такая, знаете, как выемка такая, улица вся, кругом хатки. И вот это, вот сюда, вот как котел. Всех согнали. Кто с чем, с вещичками, наверное, сказали, берите, что у кого есть. Потому что я не знаю, это при мне, я же не была в квартире. Вот. И сюда, а вокруг стоят полицаи. И они в середине все сидят. Я это увидела. Я туда. И иду, я еще говорю, и сейчас, как сейчас помню, мальчик этот грешненький, он еще, ой, к маме я обрадовался, я его еще и хлопнула, как сейчас помню, у меня аж сейчас в душе все обрывается. Я говорю, что ты радуешься, а сама думаю, как меня будет убивать, как меня будет расстреливать. Меня-то тебе начиталось, я вот это книг. И это мне вообще, между прочим, очень помогло в жизни, стратегию вот эту все выработать, как это, как от них скрыться. И я пришла туда, мама меня как увидела, она взяла мальчика к себе, грешника, а мне говорит, уходи. Сейчас же любыми путями как-нибудь ускользни. Она, может быть, и не думала, что я спасусь, но она не хотела видеть на глазах вот это все, это вот. И представьте себе, как я прошла. Я не могу вам передать и сейчас. Я поняла, что бежать нельзя. Надо идти спокойно. Я обошла круг, ходила, ходила. Они же так стоят. Тут, а за ним Полицаи. полицаи, одни полицаи. А за ними народ стоит. Народ стоит за ними, за этими полицаями. Я так прошла и между двумя. Я так проскользнула, тихонечко, не бежала. Я только чувствую, думала, все, сейчас это выстрелят меня или что. И я прошла вперед и в толпу смешалась. А тут недалеко как раз была хатка и туалетная на улице. Я в ту туалетную вскочила и стою. И думаю, что же мне делать? Надо добраться к своей хате. Там огород. Кто мог знать, что это будет столько лет будет убивать? И я, значит, и идти, как же мне пробраться? А тут вот идет одна Сара. Ее зовут эту девушку. Сейчас она Женя назвалась, она тоже была в Германии. Но я ее с ней один раз только встретилась, не смогла даже поговорить. Вот так получилось. И я ее за руку говорю, стой тут, не ходи никуда, давай тут перестоим, потом будем куда-то пробираться. Потому что там собрали всех и все. И, в общем, я ей сказала все. В общем. А потом думаю, надо же выбираться с этой туалетной. Кто-нибудь же зайдет в эту туалетную? Я говорю, давай. А мне идти надо через дорогу, как раз где полиция. Вот это их не полиция. Как раз кустарная наша улица выше, чуточку. И мне надо проходить там. Я говорю, идем. Мы должны идти туда. Спрячемся, там соседи, мы что-нибудь, может быть, нам кто-то поможет. В общем, мы прошли, можете себе представить, как я и шла тогда. Я не могу сказать даже, что это за чувство. Вот как будто ты не на своей родной земле, как будто под тобой огонь где-то под ногами. Вот я не могу, это невозможно рассказать даже, как я пробралась к своей хате к этой. Все-таки дошла туда, а меня увидела вот эта Софья Яковлевна, соседка же моя. И я же говорю, тут в огород же с этой, я говорю такое дело. Она говорит, сидите тут, я пойду в город. Ну, тут рядом же недалеко, там что такое городок какой там. Маленький же. И это я все узнаю, и я тебе все расскажу. Сиди, не выходи никуда. И она пошла. Через некоторое время она приходит и говорит, Полечка, что тебе сказать? Забрали мать, посадили в черный ворон, братика. И этого, и папу тоже твоего, и всех, говорит, евреев, повезли туда, к лесу.
А там недалеко лес. Как застрочит сразу, это как начало строчить, они с пулемета расстреливали. Там две могилы. Там было еще евреев, человек 1000 еще осталось. Вот так примерно. И всех их а то там расстреляли.